Кстати, почему ты решил, что сигнал идет от того, кого я видел? Связь дурила, когда я пытался связаться с тобой. Что-то создавало помехи, и частота была очень странной. Сигнал шел со склада, где был ты. Перед твоим звонком сигнал исчез, и бац, появился в мэрии. Ты сказал, что этот мужик силен, и ты потерял его. Логично, что он и есть источник сигнала. А какую его силу ты имел в виду? Он призывал этих тварей, словно мог ими управлять. А потом он просто телепортировался. Я видел такое, когда был в STEM. Но всех в Юнионе проверили, прежде чем отправить в STEM. И психопат сюда попасть не мог. Но я же попал. Меня не проверяли. Ты и не психопат. Или... Почему он решил обосноваться в мэрии? Наверное, из-за излучателя стабильного поля, который мы установили там. Черт, да что за излучатель такой? Устройство, временно стабилизирующее пространство STEM, чтобы оно не распадалось. Оно менее эффективно, чем ядро, и используется лишь в экстренных случаях. По-моему, оно не работает. Ага. По прибытии мы отправили Харрисона с охраной настроить его. Надеюсь, они живы. Может, пойдешь со мной? Если я найду Лили, мы сможем выбраться вместе. Ни за что. Я выйду из убежища, только чтобы покинуть Юнион, или если меня заставят. И кто вообще эта Лили, о которой ты все время твердишь? Лили – моя дочь. Она – ядро. Тогда понятно, почему ты так ее ищешь. Мне нужна твоя помощь. Я буду помогать тебе отсюда, а наружу не ногой. Она совсем маленькая. Я знаю. Но попытки вас звать к моей человечности тебе не помогут. Прости, со мной это не работает. Да уж, я заметил. Ugh.
Наверное, пора сообщить обо всем Кидману. Кидман, ты меня слышишь? Отлично слышу. Есть что-то? Хорошие новости. Я нашел Анила и обнаружил след, ведущий к Лиле. Отлично. Плохие новости. Юнион буквально разваливается на части. Там полно монстров и трупов. А, и тот психопат, о котором я говорил, тот, что с невероятными возможностями. Лили у него. Я собираюсь войти в сеть, о которой ты, кстати, мне не сказала. И найти его. Прости, у нас не было времени, чтобы все тебе рассказать. Но мы не знали, что все так плохо. Здесь все как в маяке. Нет, даже хуже. Потому что в маяке не было моей дочери. Ладно, успокойся. Надеюсь, что смогу тебе помочь. Что известно об этом человеке? Мужчина. Примерно 1,80 м. Черные волосы. Похоже, воображает себя художником. Маловато данных. Это я и сам понимаю. Я направляюсь в мэрию. Свяжусь с тобой потом. Вот тот компьютер, о котором говорил Анил. Попробую ввести пароль.
Может, это карта всего Юниона? Какой же он огромный. Похоже, они продолжали проектировать районы Юниона.
В данный момент активирована блокировка. Отключите блокировку, настроив нужную частоту на коммуникаторе. Ладно, попробуем. Блокировка отключена. Подождите, система перезагружается. Ожидайте. Зона отдыха. Блокировка отключена. Система перезагружается. Исследовательский центр. Блокировка отключена. Система перезагружается. Система перезагружается. Надеюсь, это все. Патроны надо поберечь. Перезагрузка системы завершена. Блокировка полностью отключена. Господи, ну и вонь.